Это светильничек. Угу. Конструирование и пошив модной одежды, практика у Вячеслава Зайцева и работа на швейном производстве в прошлом. Теперь жизнь Татьяны Агафоновой заполнена цветами. Да не простыми, а огромными, выше человеческого роста. 2 года назад случайно увидела необычный светильник в интернете. Очень захотелось сделать такой же для дочки. Собрала информацию, изучила материалы. Материал изолон. Вот это такой. Специально вот в таких рулонах, да, правильно? Метровый или 75 сантиметров. Вот это изолон? Да, угу. Это изолон. Угу. Это тоже вот. На ощупь он жесткий. Да, но когда он нагревается, то есть им можно манипулировать и делать, да, все, что придавать угодно. Любую форму. Светильник получился удачным. Посыпались заказы от друзей и близких. С того момента полное погружение в творчество. Обучение на курсах, закупка материалов и приспособлений. Овладение новыми техниками. В этом деле нет ограничений. Это материал органза. Это искусственный шелк. Они такие легкие, воздушные. Вот я попробовала, и мне очень понравилось. Вот они такие на проволочках. Причем вот материал, из которого... Из него, да? Да, это вот органза. Причем цветы очень податливые, можно придать любую форму, какую захотите, хоть в бутон свернуть, хоть раскрыть. Вот, и возможно еще вот такой вариант. Оп. О, подсветочку, да? Да, сердцевинку вот ночничочек. Ромашки и васильки, розы, сирень, герберы. Больше всего Татьяна любит делать ростовые цветы. Работа масштабная, но кропотливая. Подобрать нужную композицию, подготовить материалы, изучить и повторить каждое соцветие до мельчайших подробностей. Тычинки, лепестки, пестики, прожилки. Чтобы придать реалистичности лепесткам и листьям, то есть я применяю такие молды специальные. Это молд розы, лепестка розы. И лист универсальный, то есть... То есть жилки делаются с помощью, да, таких как бы шаблонов, да, и то есть материал нагревается и делается отпечаток. Украшает праздники и витрины магазинов, декорирует фотостудии. Возможность посидеть на гигантском мандарине, подержать в руках необъятное мороженое или надеть невесомые крылья приведет в восторг каждого. За счет этого волшебного материала можно создать себе любой образ и почувствовать себя, например, ангелом. «Ни дня без нового творения», — говорит Татьяна. Семья, муж, маленькая дочка – главные критики и помощники. Но кроме этого, Татьяна объединила вокруг себя более 200 мастериц со всей России и мира. Делятся опытом, поддерживают, учатся, радуются успехам друг друга. И каждый день дарят миру новые, яркие, необычные цветы. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».